Кто-то художник, кто-то музыкант, кто-то артист, актер, кто-то танцор, а кто-то врачи и учителя. Мы все разные, каждый из нас хочет быть услышанным, хочет попробовать увидеть себя иным, увидеть себя собой. Мне нравится создавать полноценные гармоничные образы, которые спрятаны внутри каждого из нас. Работа стилиста — раскрывать желания и отчасти воплощать ваши мечты.